Качественный утеплитель отличается тем, что у него волокно длинное. То есть мы когда тянем, у нас, видите, весь материал отходит целиком. Если вы возьмете обычный утеплитель, там зеленый или желтый, то у вас оторвется кусок. Данный утеплитель даже при намокании и высыхании оставляет свою форму, структуру, ничего не меняется. Вот у нас щель есть, мы ее, опа, убрали. Все потом проверяем, смотрим, чтобы не было нигде щели. У нас каждый утеплитель, разные утеплители для разных мест. То есть для стен у нас утеплитель теплопроводностью 0,34, если быть точным, а плотность у нас 20, ну можно и 15, если вы правильно делаете вентзазоры, обрешетку. Если вы его правильно монтируете, то можно и 15. Я бы допускал такой, но я ставлю 20. А на крышу 15 вполне хватает. Перед тем, как начать кладку утеплителя, мы убираем снег отовсюду. То есть вот там снег у нас не убран, а здесь уже все убрано. И... Так, и вот второй утеплителя. Вот у нас был стык первый, второй, отрезаем половину, и получается у нас целый перекрывает. Поставь целый сюда. Так, и у нас получается вот, целый перекрывает. Вот у нас раз стык, два стык, три стык. Все в разных местах.